Всем привет! Вы на канале «Готовим с Оксаной Пашко». Сегодня приготовим скумбрию с картошкой в духовке. Такое блюдо станет идеальным ужином для всей семьи. Оно получается вкусным, сытным и полезным. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все ингредиенты. Одну луковицу нарезаем полукольцами. Одну морковь разрезаем пополам и нарезаем тонкими полукружочками. 600 грамм уже очищенного картофеля тоже разрезаем пополам и нарезаем полукружочками. Две выпотрошенные скумбрии солим со всех сторон. Рыбу нарезаем порционными кусками. Вместо скумбрии можно использовать и другую рыбу. В миску кладем подготовленный картофель, морковь и лук. Все солим по вкусу и перчим. Сюда же добавляем 1-2 столовые ложки майонеза или сметаны. Все перемешиваем. Также у меня на канале есть и другие вкусные блюда со скумбрией. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Форму для запекания смазываем растительным маслом. В подготовленную форму по центру выкладываем кусочки скумбрии. Сверху рыбу поливаем лимонным соком. По бокам формы и сверху на скумбрии выкладываем перемешанные овощи. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 50 минут. Время зависит от размера формы и насколько тонко распределили картофель в форме. Готовое блюдо достаем из духовки и подаем на стол горячим. Скумбрия с картошкой в духовке получилась очень вкусной и сытной. Готовится такое блюдо несложно и отлично подходит для обеда или ужина всей семьей. Если вам понравился рецепт запеченной скумбрии в духовке, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.